были заперты в банке. Ага, и нас поджимали сроки, как и сейчас. И они прибыли в город. Куда именно? Площадь там снаружи была. А у нас была бомба. Мы ждали в банке, пока к нам придут Миллер и Кремень 3. Я связался с ними, попросил сказать, когда прибудет подмога. Они сказали, 3 минуты. Подойдем через 3 минуты. Нихуя тут разруха, бля. Танка всего, да? Бля, пиздец, все повыебывали, бля. Вот, блин. Не добро это, да? Миля, давай сюда. Мы затыкаем сейчас. Это пехоже, мы будем далеко ему. Уничтожается, блядь. Огонь! Надо зачистить местность. Сука, блядь. Твою мать, блядь. Сдохни нахуй. Черт возьми, что это было? Ваша мощь, верните электричество, все целы? Мы в порядке. Это не РПГ. Миля, давай наверх, посмотри, что вы шумят. Кремень 3-4, мы там в порядке. Нам группы есть. Мы остались без моторной гидравлики. Что нам тут платить? Держитесь, не выходите. Надеюсь, что в таблице того стоит. Переключитесь на танк 3. Понял, переключаюсь. Чё за нахуй? Не знаю, переключи нас. Со всех сторон их больше, блядь. Так что вы понимаете, в какой мы шоке? Господи боже! Ядерный заряд! Нельзя допустить, чтобы эти крупники его захватили. Понял, сделаем, поможем. Переключаюсь на основную частоту. Бродяга 1-3, повторяю. Это Светлана 4-0. Мы в 30 секундах. Приготовьтесь к оккупации, как слышите? Понял вас, пометим крупным дымом. Конец. Бать, сколько это? 3-4, слышу хорошо.
пока не починим сразу. Сдохни, блядь. Да, блядь, я везде как тараканов, на. Их было слишком много, пацаны. Держись там, сынок, мы на подходе. Здравствуйте, мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата – обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления – это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежна. Мой отец рассказал мне об этом. Итак... Вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, пойдем. Позор. Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. И это та цена, которую вы платите. Ну, жалко хочу. Ночная смена.